Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Тут приехал с работы и надо что-то делать. Смотрю, здесь губки забились. В общем говоря, на этой части стеллажа надо заменить губки. Это чутка попозже. Сейчас хочу быстренько убрать вот этих вот красавиц мальков гуппи-кои. Как мне сказали, и хочу их совместить с вот этими щучками и убрать отсюда креветок, а то креветка здесь загибается и ничего толком здесь нету. Черная креветка и пару малечков есть вот этих вот щучек. Постоянно забываю, как они называются. Ну и убрать вот этот вот аквариум, а то вот эта гидра, это мне совсем она не нравится, и надо ее избавляться от нее. Этот аквариум почистить, этот почистить, щучек переместить сюда, грунт убрать. В общем говоря, вот так вот это все дело будет выглядеть, потому что, ну, не нравится совсем мне вот эта вот гидра. И буду как-то наводить порядочки вот здесь. Здесь, ребят, уже снова наметала икринку микроразбора галактика. Это уже хорошо. Здесь малек и здесь икра. В общем говоря, надо почистить вот эти вот аквариумы. Здесь была скалярия вот этого вот аквариума. Но ее здесь капец как мало. Ну, посмотрим, что с нее будет. А вот эта вот гупешка, это с Шри-Ланки приехала. Ну, малька пока не видать. Но она еще не особо толстенькая. Она такая была худенькая. Я вот сейчас вот ее покормил хорошенько. И пузико набирает. Посмотрим, даст она малька или нет. Будем наблюдать. Интересно, какие у нее будут самцы. Вот так вот. Приехала дорогая. Ну, посмотрим, как и что с ней будет. Но эти так совсем порадовали мальком. И есть пузатые самки. И все хорошо. Питаются, все отличненько. Остальная рыбка лечится, потому что, ну, что-то и на неончике красном тоже есть белые пятнышки. Нехорошо, совсем нехорошо. Ну, будем лечить, посмотрим, как там, да и что. Не знаю, как подействует соль на анциструсов и на коридоросов. Это тоже им нехорошо, но вот видите, валифера вот так вот себя ведет нехорошо. Протока, ну, посмотрим, как да и что. Вот раз в день буду вносить лекарства, там будем наблюдать за этим всем делом. Вчера вечерком занес лекарство, и сегодня надо тоже его туда определить. Ну, короче говоря, хорош разговаривать, погнали что-то работать. Интересно, сколько там малечков у этой гупешечки. Погнали. Вот и немножечко работы сделано, ребят. Останется только заменить губок несколько. И смотрите, что я натворил. Навел порядки, избавился от гидры. И чистота и порядок. Очень даже такие хорошо. Здесь у меня были немножко маленькие дермогенисы. Черная креветка. И она уехала вот сюда. Вот сейчас покажу. Переехал дермогенис вот сюда, вот пускай себе живет и обитает. Щучки килифиш были в этом аквариуме, они переехали сюда. Только надо будет какую-то емкость им установить, чтобы они не рестились. Я так думаю, чтобы какой-то, я даже не знаю, или земли, или что туда поместить, чтобы. Ну, есть, конечно, что-то в планах, но посмотрим, как это все будет работать. Здесь было 7 малечков, я их объединил вот сюда, вот они плавают в скором времени. И те, что висят, тоже поплывут и кормиться будут, все хорошо. Здесь, ребят, была микроразбора галактика, набросала много икринки. Есть, пускай хорошо будет. Я ее переместил сюда и смотрю, здесь я хорошенечко мох вытрепал. И смотрю, здесь одна икринка, там одна икринка. Что с ними случилось, я не знаю. Но не рестятся хорошо. Будем наблюдать за ними. Также вот здесь вот немножко поработал с гуппи-кои. И отобрал я, ребят, малечек.
А малечка 27 штучек. Вот таких вот маленьких. Посмотрим, какие они. Ну, на цвет они все одинаковые. Посмотрим, как они там подрастут. Будем наблюдать за ними. Ну, соответственно, черная креветочка, несколько штучек. Буду тоже наблюдать за ней. Один анциструс и 3 дермогенеза маленьких, которые выжили почему-то. Потому что там было их 4 или 5, но 3 штучки только осталось. Не знаю, но будем наблюдать, конечно же, дальше. Вот такие вот порядочки. Меня очень радует, если честно. Вот такая вот красота. А то эта гидра меня... ну, прям совсем достало так, что это просто капец. Ну, избавились, хорошо. Сейчас замена губочек и, возможно, что-то дальше, какую-то уборочку буду делать. Посмотрел по своим графикам на нерест неона, еще немножечко рановато. Ну, а эти пускай лечатся. Сейчас тоже надо соли забросить, немножко подсифонить вот это вот дно и протоку подубавить. И также, конечно же, лекарства внести, чтобы было хорошо рыбке.